Скажите пароль. Канал Николи. Николь, ну что, мы сегодня будем с тобой открывать куклу Братц из новогодней серии. Не только со мной, но и с кошечкой. Ну да, наша киса сегодня будет с нами сниматься. Ты наша актриса. Маленькая. Наша киса, актриса. Да, наша кисулька такая красивая. У нас будет сегодня новогодняя серия Братц, да? Ага. Будем сегодня открывать Жаде. Жаде, да, которая... Почти как Джада. Почти как Джада, да. Только Жаде. Она в костюме новогодней елки. Еще с ней вместе идет елочка. Мне нравится вот это и вот это. Ага. И вот это. Тут получается, да, есть Жасмин и Хлоя. Да. Хлоя попалась Алисе, а Жасмин мы возьмем попозже. Другой да? раз. Да. Сегодня будем Боже. Открывать Жаде. Ну что, давай открываем ее. Давай, понеслась. Опять тяжело открывать. Да, это очень тяжело открывается. Это эти тут куклы. Везде скотч у нас тут. Как она тут зацеплена. Все, по каждая всему. Деталька. Так, ну наконец-то мы освободили нашу Жаде. Ну что, красотка, давай рассмотрим, какая ты модная у нас. Так, ну, как мы уже знаем, у всех кукол Братц, у них вот так делают коленки. У нас почти вся коллекция. О, привет! Как я рада тебя видеть. Пока. Привет, Жаде. На тебе елочку. Круто. Давай. Смотри. Это елочка, которая шла с ней в комплекте. Ее мы повесим на настоящую елку, да? Угу. Смотри, как она ее может носить. Я купила эту игрушную елочку. Да, я принесла вам елку. И также взяла с собой расчесочку. Расческу. Давай порасчесываем ее волосы. Можно я? Какой-то у нее парикмахер не очень был. Смотри, как у нее торчат волосы. Ты видишь? На, расчесывай. У нее был не очень хороший парикмахер. И волосы вон внизу торчат все. Наверное, мы ее немножко подстрижем, да? Можно я? Ну, давай чуть-чуть сейчас я. Немножко ей подровняю. Вон как сыпятся, видишь? Я парикмахер. Ну как? Ты подстригла ее? Почти. Давай я расчешу, чтобы было видно. Чтобы было видно, что еще простричь. Угу. Надо много еще уехать. Угу. Так, мы ей открыли бровки. Видишь, сделали ей чуть покороче челку. У нее теперь лицо стало более открытым. Покажи. Глазки сейчас, подожди. Глазки стали более выразительными. Видишь, да, ей даже получше так стало. Ой, красиво как. Сейчас, подожди, мы с лица ей уберем волосы, чтобы ей в глаза ничего не попало. Вот. Ой, она стала быть красивее. Ну да. Да, нашу Жаде мы подстригли. Теперь она готова, она одела платьице новогоднее свое в виде елочки. Она готова идти на бал, да, на новогодний. Скажите пароль. До завтра, Николь. До завтра, пока-пока.